Видимо, название нового театра выбрано не случайно, поскольку несет в себе множество смыслов и, по сути, продолжает генеральную линию другого театра, действовавшего в Таллине несколько лет назад. Его спектакли всегда неожиданны, часто интерактивны и, как правило, затрагивают болезненные темы. Формат спектакля русский, а не такие, так называемый вербатим, то есть документальный театр, основанный на реальных историях конкретных людей, где нет места драматургическому вымыслу. Это история более сотни русских людей, живущих в Эстонии, в которых затрагиваются понятия, о которых умалчивают многочисленные официальные исследования интеграции. Например, чувствуют ли рожденные в Эстонии русские эту страну своей родиной, а также многое другое, что зачастую остается невысказанным за казенными словами и вылизанными статьями. У меня эстонская фамилия, у меня эстонский папа, но при всем при этом я не владею эстонским языком. И в России я всегда ощущала себя эстонкой, а здесь я себя всегда ощущаю русской. То есть это моя тема. И поэтому, когда Наташа мне предложила делать этот спектакль, я с радостью согласилась, и мне эта тема интересна. И я понимаю, что эта тема никуда не исчезнет. Наверное, когда вырастут вот те самые 17-18-летние респонденты, которые уже не ощущают себя ни русскими, ни эстонцами, они ощущают себя европейцами. Вот, наверное, когда родятся их дети и заговорят на неизвестно каком языке. У нас на самом деле для молодых такой был вопрос. Как вы думаете, на каком языке будут говорить ваши дети? Вот, наверное, в тот момент, когда Эстония станет окончательно европейским государством, тогда, может быть, куда-то исчезнет тема русских в Эстонии. Сюжет спектакля проходится по больным местам, вскрывая горы невысказанных обид, несбывшихся надежд и подавленных желаний. Вероятно, именно поэтому конференция, где не было разделения на журналистов, авторов сценария и актеров, больше походила на групповую терапию, где каждому было что сказать о жизни русских в Эстонии. Работа по сбору материала началась еще в декабре прошлого года. Были найдены сотни простых людей, готовых искренне рассказать о своих чувствах. На каждого из них было потрачено несколько часов времени. Их монологи будут представлены не только актерами, но и людьми, так сказать, с улицы, вписывающихся в формат персонажа. Меня в основном поразило, что люди существуют в параллельных информационных полях. Это главная проблема Эстонии вообще. Ну, вот, как бы я больше других проблем здесь особых не увидела. То, что есть поколение, которое старшее поколение, которое плохо владеет языком титульной нации, и из-за этого некомфортно себя чувствует, и, может быть, чувствует какое-то ущемление прав на каком-то бытовом уровне. Это понятно, но это проходит, это уже на излете. Появилось новое поколение, которое владеет языком, оно интегрированное, но, как я уже сказала, оно нацелено на отъезд. По крайней мере, ну, устремления все на Запад. Несмотря на открытие болевых точек и уязвимость персонажей, режиссер спектакля Юлия Аук, которая родилась в Эстонии, а работает в России, называет этот спектакль признанием в любви, растянувшимся на многие годы. Премьера «Русские, они такие» пройдет единожды 27 мая в концертном зале «Nokia», что бросает вызов авторам, поскольку формат документального театра предполагает камерность и прямой контакт с публикой. Помимо актерских монологов будут показаны видеоинсталляции, архивные материалы и выступления русских музыкантов от народного хора до современных групп PX-Band и Triophonics. Наверняка идея спектакля нового театра найдет широкий отклик у зрителя, однако успехом это можно будет назвать только тогда, когда все эти монологи будут восприняты и эстонской частью общества, порой до сих пор не знающей, кто же такие эти русские, которые живут с ними бок о бок. Елена Соломина, Тит Карк, Первый Балтийский канал.